Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радика Чарунодаям Гопи Джано Самаюктам Бриндаванам Манохарам Ванча Калпатарувасча Кипасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшнабхибхьо Намо Нама Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хетгирим Ят Кипатамаханг Банде Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кесавасвача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Нама Нараяна Намаскритта Наранчайва Нароттамам Девинг Сарасватинг Вясам Тато Жайо Мудире Шанкиртане Кришна Катха Упадеш Гаурия Патрашу Пракасанеча Шадануракта Гуру Бхакти Джукта Вакти Прамадакша Джагод Барану Дайям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Саранья Витаттихам Банатапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаранаравиндам Яд Пада Паллавана Хачандамани Чатая Биспуржита кимапигавадушва дарши парна фурна нурагра сасагра сарамурти сарадхикамай кадатрам кроси Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Аджану ламбита бхужау канака бодхату Шанкетаной кавитару камала ютакшо Вишам бару дижа бару джугадхарма палу Банде джагат приякару каруна аватару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Муктин Ча Муктин Ча Тата Синитам Бхавануруппена садханаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бивуши тавам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Багиша Джоша Бадане, Лакшмир Джоша Чавакшаши, Ясиас Дехиде Самби, Твам Нисинга Махамбаджи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама. Рама Рама Хари Хари
Банде нандо вожастри нам падуре намавикнаса джасам харикатха дигитам пунати вивонатвам. Банде нандо вожастри нам падуре намавикнаса джасам харикатха дигитам пунати вивонатвам. Ясам Харикатха Дигитам Пунати Бхаванатрайам. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагат Гуру told. Гаурия Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что находясь в любом состоянии, в любом положении, в любой ситуации, мы должны совершать харибаджан. Мы не должны оставлять харибаджан, а наоборот, с полным энтузиазмом. Мы должны говорить о Рупе Рагунатхе с великим энтузиазмом. Мы должны говорить все о Рупе Рагунатхе, о них. Мы должны думать, размышлять и говорить о них. Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад и Джагатгуру сказал, что с великим энтузиазмом мы должны продолжать говорить о Рупе Рагунатхе. И Шрила Прабхупад говорит, мы знаем, большинство людей, они не могут принять эту тему, не все это любят или могут слушать. Шрила Прабхупад говорит, я знаю. Большинство людей будут пытаться избежать этой сиддханты. Но все же с великим энтузиазмом мы должны проповедовать. Это наша обязанность. Кто может сказать, что в этом мире кто-то испытывает потребность в этой абсолютной истине, это наша обязанность. Большинство людей могут не принять, но это не значит, что мы не должны продолжать говорить об абсолютной истине. И мы не должны разочаровываться, что недостаточно слушателей или совсем мало. Мы все равно должны продолжать проповедовать и размышлять о Рупе Рагунатхе. Обусловленные души всегда думают, размышляют о чем-то, что-то пытаются понять. Но Рупа Госвами Пад говорит, когда мы собираемся пересечь предел нашего воображения, вот люди пытаются что-то представить, но не могут пересечь предел своего воображения. А если они все-таки смогут, то тогда они могут войти в царство чистой бхаваны, чистого чувства. Пока мы пытаемся понять этот апракрита, трансцендентный мир, трансцендентные чувства Кришны и Гопи и остальных раджаваси, мы, конечно, пытаемся что-то понять с помощью речи, ума, размышлений. Но с помощью этого мы никогда не сможем стать успешными, а только тогда, когда мы пересекем лимит нашего воображения, то тогда мы сможем войти в тот мир, который неизвестен нам. Мы никогда не испытывали ничего подобного раньше. Мы никогда не смогли понять, что
это может случиться в нашей жизни по милости чистых гуру вайшнавов. Только и только когда это может прийти в нашу жизнь, то тогда мы сможем что-то осознать. А посторонние люди не могут этого понять. Практически, когда в нашей жизни это случится, я имею в виду это чистая любовь, расататва, когда она явится внутри нашего сердца, то тогда мы сможем что-то осознать. Но не перед этим. Любое количество лекций при представлении об этом, это не может помочь нам что-то осознать. Раса, у нас есть какое-то представление о расе, это материальное представление, когда наши органы чувств, они придут в соприкосновение с какой-то материей, то тогда и только тогда мы сможем наслаждаться чем-то. Это наш опыт, но для чистых преданных это не так. Они чувствуют радость, наслаждение внутри своего сердца. Они не зависят от каких-то внешних вещей. В материальном мире это концепция таких материальных вещей, но в трансцендентном мире дела обстоят по-другому. Kauro Brajavane Vedana Manibo Aigo Radharo Dasi. We know from Kirtan. Из киртанов мы знаем такие слова Гуравана, это Навадвипа и Враджадама, когда мы осознаем, что они не отличны друг от друга, когда Враджадама и Навадвипдама мы сможем видеть их едиными. И в этом случае мы сможем осознать, что мы сможем осознать, что Навадвипдама и Вриндаван, они не отличны друг от друга. И тогда мы поймем чувства Враджаваси к Кришне, их взаимные чувства. Те, кто живут в Навадвипадаме, они тоже Враджаваси. Они тоже чувствуют. Они тоже чувствуют огромную боль разлуки, те, кто живут в Навадвипе, когда Гуранга Махапрабху ушел, вы знаете уже об этом. На самом деле, наша Гуруварга, Вишвана Чакраварти и остальные, они говорят, если вы заинтересованы в том, чтобы войти в Аштакали Лилу, войти в эти лилы, наша Гуруварга дает нам такой совет. Они дают нам подлинный путь, то они говорят, что мы должны следовать Гуру Лиле и Гора Лили и Говинда Лили одновременно. Если мы хотим войти на путь Расататвы совершенным образом, мы должны, если мы хотим размышлять об Аштакали Лили, причем не силой, а автоматически это явится благодаря воспеванию Харинамы, святого имени. И если мы заинтересованы в Аштакали Лили, если мы по-настоящему заинтересованы в этом в Аштакали Лили Рада Говинды, то тогда, несомненно, мы должны помнить Гора Лилу. Если мы сможем помнить Гора Аштакали Лилу, и мы не будем забывать, что и будем помнить то, что делал Гуранга Махапрабху в те или иные отрезки времени, как утром в 4 утра Махапрабху, одна Бава, одна Лила, потом Бава меняется время от времени.
И эта Баба, Гауранга Махапрабху, проявляет ее, она имеет связь с той Бабой. Гауранга Махапрабху являет эту Бабу там, а эта Баба связана с Бабой во Вриндаване. И мы должны помнить все это. Почему Махапрабху говорит, так делает то, все это в Гаура-лилу. Мы должны помнить, и в то же самое время днем, иногда йога-пит. Как здесь у нас есть йога-пит, и во Вриндаване тоже есть йога-пит. Йога-пит значит, что все преданные собираются вместе, служат Кришне. Это называется йога-пит. Там, где Кришна Радхарани, все сакхи-манджарини собираются вместе и служат Господу. Это такое явление. Йога-пит называется. И утром, когда мы повторяем харинам, находимся в медитации, то можем созерцать это явление. И тогда в этом случае нет возможности пасть, если мы достигли уже этого уровня. Мы должны помнить ту боль разлуки. Если мы не можем понять чувства Навадвипа Васи, то как можем понять чувства Враджа Васи? Если вы не сможете понять такое чувство разлуки Навадвипа Васи, как вы можете понять чувство Враджа Васи? Здесь Махапрабху явился относительно недавно, 550 лет назад всего. И когда Гауранга Махапрабху, он ушел после принятия саньяса, то тогда все Враджаваси, имею в виду Навадвипаваси, они чувствовали огромное чувство разлуки. То, что мы обсуждаем здесь, Будда в Самвате, можно найти то же самое, Шачимата, она не находила себе места от разлуки, не знала, что ей делать. И все Навадвипаваси, они буквально падали без сознания и ждали. И наставление Махапрабху было в том, что вы можете прийти, приходить каждый год в Чатурмасе-врату, который мы соблюдаем здесь, вы все можете приходить и находиться со мной здесь, в Навадвипе, в Пурушоттамдхаме, и все преданные раз в год, раз в 12 месяцев, ну, имеется в виду в течение года, 4 месяца они находились вместе с Чайтанья Махапрабху, совершали санкиртан, и в то же самое время они проходили до Пури, это где-то 700 километров с Навадвипы, с детьми, с пожилыми людьми, с всеми вещами, повозками, с крабом, посудой и всем остальным. Сколько они за день могут пройти, километров 20-30, может быть, поскольку надо еще было что-то приготовить, это все, организовать, отдохнуть. В общем, они так получилось, что 2 месяца не шли в Пури, 4 месяца находилось, и 2 назад шли. В итоге 8 месяцев они посвящали Махапрабху. Это их самсара такова была. У нас самсара, мы очень привязаны к разным материальным вещам. Внешне можно видеть, что в то время преданные Махапрабху жили вроде семейной жизнью, но не испытывали к ней никакой привязанности. Они день и ночь помнили Махапрабху и повторяли его святые имена. Пытайтесь понять разницу между их самсарой и нашей. И вот если вы сможете понять такое чувство Враджаваси, имею в виду Навадвипаваси, то тогда вы осознаете что-то о том, что происходит во Вриндавандхаме. И вот сейчас я говорил о Удхав-самвате. Удхав-самват значит это послание, которое Кришна отправил через Удхаву. Самват значит буквально послание. И вот Бхагаван Шри Кришна
он не мог потерпеть чувство разлуки с Раджавасией, но все же он должен идти. Так много причин, я их все расскажу. И там Удавджи, Бхагаван Шри Кришна, он послал Удаву и всех Раджаваси, чтобы утешить их. Нанда Баба Йасодама, все их друзья, пастушки, старшие, младшие, всяческие родственники и прочие преданные. Он всем послал послание, особое послание послал тем гопи, которые даже не могли жить без Кришны, они могли не видеть его даже малейшую часть секунды. И вот Бхагаван Шри Кришна послал послание через Удаву всем этим Раджаваси. Через... И это такое явление называется Удусамват. Так много вопросов, может быть, много кандидатов, которые могли бы пойти вместо Удавы. Почему он выбрал именно Удаву? Какова причина? Я буду говорить об этом, почему Кришна выбрал именно Удаву. Но перед этим я хочу показать ту ситуацию, которая образовалась из-за того, что и Кришна ушел, и вот так пригласил Кришну Баларама в Матхуру, и все в Раджагопи, они готовы были оставить свое тело под колесами этой колесницы, на которой Кришна уезжал. Но Кришна так или иначе их уговорил подождать какое-то время, обещал вернуться, и вот он послал послание тем гопи, что позвольте мне уйти и уехать, я обещаю вам, я вскоре вернусь. И поэтому эти гопи так или иначе они смогли смириться с тем, что Кришна отправляется в Матхуру на какое-то время. И есть скрытая причина, также я говорил об этом. Вначале я сказал, что Камса, он он думал, как же убить Кришну Баларама. И вот он думал, думал, и так или иначе, не буду это подобно говорить об этом, но не смог он их убить. И в итоге Камса был сам убит Кришной. Ты две жены Камсы, они стали вдовами, они плакали и пошли к своему отцу Джарасанке, к отцу этого Камсы, к Джарасанке пошли, сказали, что наш муж умер, и Джарасанка, он решил отомстить, сия. Сейчас посмотрю, что это за Кришна такое. Что за человек? Он не думал о Кришне, как о Бхагаване. Он сказал, что посмотрю, что это за Кришна. И вот он бросил вызов, что... И вот он начал готовиться. И тем временем случилось нечто важное. Кришна и Баларам, они играли с коровами, пастушками, не ходили в школу для своего образования, только лилу такую являли. И Кришна Баларам, они пошли в Гурукулу, в вашем Сандипани Муни, чтобы изучать Веду, Веданту. Бхагаван, он дает нам такой пример. И там они изучали Веду, Веданту как следует, с полной верой, следуя всем наставлениям Шастра и Гурудева. И вот жили в Уджайне, в этой Гурукуле, с
со всеми студентами, учениками и учились там. И после 64 дней Бхагаван, он, Верховный Господь, он дает нам пример за 64 дня. Они изучили все веды Веданту и прочие учения, данных видео. Есть 64 вида различных искусств. Все 64 там эти разных видов знаний. И Кришна Баларам, они это все изучили. Каждый день изучали один какой-то предмет. Как Дхануарвидья за день они изучили. Или Аюрведу. Тоже за день не смогли все изучить. И таким образом историю искусства и все остальное они изучили. И вот, закончив свое образование, Кришна Баларам, они дали Гуру Дакшину, подаяние Гурудеву, пожертвование. И вот они попросили позволения у него вернуться в Матхуру, и тем временем те в Раджаваси, кто-то отправился в Матхуру, какие-то в Раджаваси, так или иначе, они услышали о Кришне Баларами как-то прямо или косвенно, но они долгое время не слышали ничто о Кришне Баларами, что Кришна Баларам, они ушли в Гурукулу, и оттуда новостей никаких не было. И после Камсы, после убийства Камсы, Кришна, он спас свою мать и отца Васудевы с Деваки из тюрьмы. И вот после убийства Камсы Кришна спас Васудевы с Деваки, они, которые были в тюрьме, и освободив их, он взял у них разрешение отправиться в Гурукулу и вернулся. Впоследствии и все в Раджаваси, они не могли потерпеть никаких. И когда Кришна был в Матхуре, они что-то о нем слышали, а потом нет. И вот я вернусь к первому, где Кришна Баларам и все в Раджаваси, Нанда Баба и Ишода, они... В общем, когда праздник кончился, когда Кришна убил Камсу, то Нанда Баба попросил Кришна Баларама вернуться назад домой во Враждану. Но они сказал, что вернется вскоре. И вот они. И, в общем, сказали, что вскоре вернутся. И вот суть в том, и ситуация была такая непонятная, они не могли ожидать, что Кришна и Баларам будут там находиться, они думали, мы с друзьями идем и вернемся вскоре, но ситуация поменялась. Кришна и Баларам попросили отца Нанду Бабу, что возвращайтесь назад, а мы вскоре тоже придем вас увидеть. Пытайтесь понять этот язык.
не говорит, что вернемся. Раджа Дхамма говорит только, мы вскоре придем вас увидеть, вас посмотреть на вас. И в Матхуре ситуация тоже была такая, поскольку Джарасандха, он пытался как-то напасть на Кришну в Матхуре, и вот он готовился к нападению, чтобы уничтожить всех этих жителей Матхуры и Кришну заодно. И все были обеспокоены из-за убийства Хамсы. Ну что делать? Кришна говорит отцу, что ты можешь пойти в Раджа Даму, и вскоре мы придем посмотреть на вас. Ты много сделал для нас хорошего. И мы пойдем посмотреть на вас. Здесь у меня есть какие-то обязанности. Здесь в Матхуре у меня есть какие-то обязанности, ответственность. Я их исполню и вернусь в Матхуру. И таким образом Кришна, он говорит перед Нанда Бабой. И Нанда Баба понял, что ситуация очень такая чувствительная, и не просил Кришну Баларама пойти вместе с ним, поскольку этот Васудев и Деваки, Нанда Баба, он очень имеет чувствительное сердце, и Нанда Баба думал, спустя долгое время, мой друг, мой брат, Васудев и Деваки, они были в тюрьме долгое время, они страдали. И вот они только освободились, и поэтому, если я, Кришна Баларама, заберу, то это нехорошо, и вот пускай они будут здесь какое-то время, и ситуация так-то очень такая чувствительная, поскольку Джарасандха нападет на Враджа Даму, и Кришна говорит, исполнив какие-то обязанности, вскоре я увижу вас всех. И Кришна, взяв разрешение у Нанды Яшоды, Нанды Упананды и всех прочих Враджаваси, пастушков, они не ожидали, что Кришна будет там находиться долгое время, и собрались уходить домой. И вот вопрос, почему Кришна не вернулся во Вриндаван? Матхура и Вриндаван, они не столь далеко друг от друга. Вриндаван, кто-то думает, что это город. Или сейчас такая большая деревня Вриндаван, но нет. Вриндаван значит Камивана. Вот это Нандагаон, Варшана, все это остальное, это все Вриндаван. Мы сейчас думаем, что Вриндаван это только вот одна деревня. Но все же это все не так далеко от Матхуры. От Вриндавана Матхура достаточно близко. Но все же большая разница бхавы, чувства. Есть большая разница в бхаве, в чувстве, хотя дистанция недалека, но чувство абсолютно другое. В Матхуре Васудев и Деваки, они уважают Кришну Баларама как Санатана Пуруша. Когда Кришна Баларам прикоснулись к лотосным стопам отца и матери, они были шокированы, поскольку относились к нему как к Верховному Господу. Но здесь в Раджа Даме Яшодама она бьет Гопала, привязывает его к ступе, веревкой угрожает.
То есть, а в Матхуре все имеют такое благоговение, уважение к Кришне, относятся к Ему, как к Верховному Господу. А во Вриндаване ни у кого даже мыслей таких нет. Все пастушки, друзья Кришны, они съедят что-то, пробуют, если им это нравится, они дают Кришне попробовать. Такое неуважительное отношение внешне. А в Матхуре с величайшим почтением и благоговением Кришне предлагается то, что даже мыслей не было у них, попробовать все такое чистое. И поэтому внешне, хотя расстояние небольшое, но в Бхаве, в чувстве огромная разница. И если Кришна, он вернется, отец и мать там, их сердце, оно разорвется от чувства, поскольку с рождения Кришна, где родился в чреве Камсы. И вот оттуда Кришна 11 лет, 8 месяцев, а точнее, ну, в общем, 10 лет, 8 месяцев, практически 11 лет он был во Вриндаване, когда Кришна совершал Расалилу. Ее возраст был 8 лет. Я в обеденную харикатху буду говорить об этом, когда Кришна совершал Расалилу, его возраст был 8 лет, и Кришна был там, когда отправились в Матхуру, им было 10 лет и 8 месяцев. И вот вопрос возникает, почему в шастрах, я хочу ответить, чтобы никто не был сконфужен. Мы знаем из шастра то, что Кришне 16 лет. И мы поклоняемся Кришне 16-летнему Кришне. И хотя мы знаем, что Кришна, он отправился, он во Вриндаван, когда ему было 10 лет и 8 месяцев, в шастрах описывается, когда Махапрабху обсуждал с Рагхупати Упадхьяем. И вот, там в Аллахабаде. И вот в доме Валахачари, это называется Арайграм. И там, где Махапрабху обсуждал с Рагхупати Упадхьяем, тот, кто ученик Мадхавинды Пурипады. И вот они обсуждали. Махапрабху спрашивал, какая дама наилучшая, какая дама лучше всех. И Рагхупати Упадхьяй говорил: Матхурапури. Матхура значит вся Матхура, включая Вриндаван. Какой возраст Кришны поклоняем для нас более привлекающий? Кишор возраст. Кишор 16-летний. И мы... В человеческой жизни мы можем видеть 16 возраст 16 лет у людей, как правило, такой пиковый возраст, когда преобладают различные желания. И в трансцендентном мире тоже у Кришны множество желаний. И вот Шьяма Эва Парамрупам. Какой возраст, какому возрасту Кришны мы должны поклоняться? Кришне в каком возрасте? И это Рагхупати Упадхьяй говорит.
И вот это значит, 16-летнему, Кришне 16-летнему. И как все это понять? Кришна уже ушел вроде бы, оставив Вриндаван, и как же это все понять? Джива Госвами потом дает такой ответ. Те, кто... находится в царских семьях, их здоровье обычно, имеется в виду, они обычно большего размера и быстрее развиваются. Джива Госвами Пад говорит, вот Кришне вроде 10 лет и 8 месяцев, но выглядит он гораздо старше, поскольку он сын царя. Выглядит он на все 16 лет. Джива Госвами Пад говорит, хотя мы знаем, что Кришна всего лишь меньшего возраста, около 11 лет, но из-за того, что он сын царя, то выглядит он гораздо более крупно. И вот Джива Госвами Пад, и даже в Панджабе можно посмотреть, там дети 11-12 лет выглядит гораздо старше. Джива Госвами Пад говорит, хотя Кришна, но 10 лет и 12 месяцев, 10 лет и 8 месяцев, но все равно можно сказать, что ему 16 лет. И вот сейчас, с самого рождения, отец и мать, они, эти мадхури, которые они не могли общаться с Кришной, когда Кришна Баларам, он возносил ставу, молитву отцу и матери, просил прощения, они тоже... И вот он просил прощения, что он не смог служить им. В общем, они просили. В общем, они просили друг у друга прощения за то, что не могли служить, поскольку те в тюрьме были в Мадхуре, а как этот Кришна во Вриндаване. И вот если бы Кришна вернулся назад во Вриндаван, то тогда с самого рождения его эти другие родители, Васудев и Деваки, не смогли служить ему с рождения, и по крайней мере, чтобы они не умерли от разлуки, он остался в Мадхуре вместе с ними. В этим временем Джарасандха собирался напасть на них, и в Мадхуре есть форт. Если кто-то нападает, то с этого форта обороняются. И тем временем, и также Угросен, он очень, он отец Камсы. Его в тюрьму посадили. Камса, он в общем, своего отца посадил в тюрьму и занял его место. Этот Камса, после того, как Камса был убит, их с этого отца его освободили, но все же ситуация была сложная, поскольку Угросен уже пожилой был, ему уже было не до царствования. Кто будет заботиться обо всем? Кришна и Баларам, они. Кришна и Баларам, они
взяли на себя ответственность за все царство Матхуры. И вот они, просто Уграсен занимал место на троне, а фактически Кришна был, всем занимались, поскольку ситуация такая была. И вот Уграсен только сидел на троне. Но все функции по этому управлению и всему остальному исполняли Кришна Баларам. Любое решение, что делать, что не делать, Кришна Баларам принимали. Если Кришна Баларам, они отправились на Вриндаван, то кто мог бы это все контролировать? Ситуация такая была сложная. И так много причин. И вот можете посоветовать то, что Кришна он мог бы Нанду Яшоду в Матхуру перевести, вместо того, чтобы оставлять их во Вриндаване, мог бы Нанду Яшоду в Матхуру переместить, чтобы жить вместе. А проблема в чем? Проблема большая на самом деле в начале. Множество прекрасных птиц. Если в лесу множество прекрасных птиц, это очень благодатно. И если взять этих птиц и в город насильно переместить, поместить в клетку и запереть в каком-то дворце, то птицам не будет хорошо, поскольку птицы собой украшают лес, лес украшает птиц, и в гармонии находится все. Когда лесные цветы растут в лесу, то они так растут в своей первозданной красоте. А если цветы сорвать, срезать и поместить какой-то горшок, куда-то унести, то они вскоре засохнут. И вот Матхура — это больше какое-то царство с должным отношением к Кришне, а во Вриндаване простая деревня, не могут вести себя, Кришну как бы внешне не уважают. И в Матхуре все воспитаны, разница культурная. И второе, если Нанда Баба и Яшода вместе бы не жили, то это сложно баланс между ними находить, между двумя отцами, двумя матерями. Что за ерунда такая вот? Непонятно было, кого уважать больше, кого меньше. Тоже опасно это все. Чтобы никого не оскорбить ненароком. Если Кришна будет больше любви и почета Нанде Яшоде уделять, то а те обидятся, если другим, то другие обидятся. Поэтому еще кто-то может посоветовать, что Кришна же Верховный Господь мог бы жить и в Матхуре, во Вриндаване, и еще везде, где надо. В чем проблема? Но не так просто. Если бы Кришна находился и в Матхуре, и во Вриндаване, и в прочих местах, то тогда все вражеваси были в проблеме, поскольку они в деревне. Джарасанда, он о Вриндаване даже не думал. Вриндаван думал, какая-то деревня. Он хотел Кришну Балараму. А если бы Джарасанда узнал, что Кришна во Вриндаване, то он бы напал бы на Вриндаван, сжег бы там, убил всех вражеваси, и ничего бы там не осталось от Вриндавана. В этом тоже проблема. И поэтому сложностей очень много. И хотя физически мы можем найти, что Вриндаван и Матхура, они не столь далеко, но огромная разница в менталитете, в бхаве, в чувстве, она бесконечна. И также это
невозможно для Кришны всех Враджа-гопи переместить в Матхуру, даже непрактично. Чем они там заниматься будут? Там у них семьи, дети, мужья, дома, хозяйство, коровы и прочее. Йога-майя. Хотя мы знаем, что их жизнь состоит из йога-майя, когда Кришна и все Враджа-гопи, они снизошли с Галоки. И вот они обнаружили своих мужей, отцов, матерей, семьи и прочее. Но когда они там в духовном мире, у них только есть чувство, что у них есть какая-то семья, а семьи как такого нету, кроме Кришны. И вот когда в Раджа-гопи на Галоке изначально, то там у них есть такая идея, концепция того, что у них есть муж, отец, братья, сватья, дети и прочие родственники. Есть идея, что они есть, как в вечном Вриндаване. Там есть идея о том, что Камса есть, но Камса у нас нету, есть только Бава. Но здесь, когда Кришна в этом материальном мире появилась, то в этом случае это Йога-майя все организовала таким образом, что мы свою семейную жизнь нашли, все остальное. И поэтому любовь к Кришне, она более великолепна, поскольку чем больше препятствий на пути до любви к Кришне, тем больше она возрастает, как река, когда на ее пути встречается какой-то камень большой или какое-то препятствие, это река перепрыгивает буквально или как-то воздействует своим течением. Если нету препятствий, то вкус паракхи-бхавы мы не можем найти. Если вот они, эти гопи, думают, что мы это, ну, какие-то родственники увидят, что Кришна не с Кришной встречается, или их муж знает, что они с Кришной встречаются, и это придает больше вкуса к паракхи-бхаве. Иначе без этого эта паракхи-бхава не могла бы достичь своей такой экстремальной степени. Поэтому Шри Чайтанья Чаритамрита мы находим. И вот эта паракхи-бхава, она дает максимальное наслаждение. И Рагхупати Упадхьяй, он сказал Махапрабху такие слова. Изначальная раса — это адираса, адираса Мадхура, Мадхура раса. Изначально она там. Она наивысшая Мадхураса, она наилучшая, наивысшая, она изначально также. И хотя нету начала и конца, но все же Рада Говинда не изначально, и из Рада Говинды все исходит. И вот Мадхураса — это изначальная раса. И хотя это все можно найти во Вриндаване, это все вроде присутствует, но Адья Эва Пара Расаха. И таким образом мы находим, если Кришна и Баларама не будут находиться в Мадхуре и во Вриндаване, это невозможно. И вот сейчас мы находим, что Кришна отправился в Гурукулу, потом вернулся после того, как окончил обучение, там тоже он чувствует, что Раджа-васа испытывает такое чувство, что не готов умереть. Он думает, что я должен послать какого-то спутника, какого-то посланника в Раджа-васе, иначе это невозможно. Я уже пообещал им, что скоро я пообещал, что мы вскоре вернемся, но Кришна не смог
исполнит свое обещание. Вот суть в том, Кришна думает, я должен послать кого-то в Враджадаму с посланием, чтобы как-то утешить их. И думал, кого же послать, как послать. И тем временем Кришна думает, что Удав, он самый достойный кандидат. И вот, думая так, размышляя, Кришна думает, что Удава, он самый подходящий, поскольку с самого начала, с самого рождения, Удав, он всегда думает обо мне. С самого рождения буквально. Удав всегда думает обо мне. Даже его детство, с самого рождения, он играл со мной. Он делал виграху Кришны, предлагал ей гирлянды, плоды, цветы и прочие подношения. Как один лев можно найти в лесу, это хорошо. Если льва взять и в зоопарк посадить или в клетку какую-то, это не столь красиво. Когда мы находим лес, украшенный слонами, львами, плодами, цветами, птицами и прочими, лес он прекрасен, если взять из леса этих животных, цветы, плоды и прочее, переместить в город, то ничего хорошего не получится. Как в Раджавасе, они прекрасны, их прекрасное поведение, характер, мысли, оно прекрасно, но идеально подходит к Вриндавану. Если их переместить в Матхуру, то они будут чувствовать себя беспомощными. Они привыкли созерцать лилы Кришны, места, где он совершал свои лилы, помнить, что Кришна являл здесь одну лилу, там вторую, там третью. Там он катался с горки, там омывался в какой-то кунде, там в Ямуне. И вот такие лилы, возможно, только во Вриндаване. Матхура — это другое чувство, там совершенно другое. Вот это еще один аргумент. И Кришна думал, кого же послать с этим посланием и когда. И тем временем он вспомнил Удава. И вот Кришна решил. Он принял решение. Хорошо. Это совершенное решение. Я должен отправить Удаву, поскольку Удав, он наилучший кандидат. Удав, он наилучший среди всей этой Матхуры. Кто с самого рождения? С начала своего рождения он поклоняется мне, дружит со мной, думает обо мне, и он привык жить рядом со мной. Удав всегда был с Кришной. И вот Кришна думает, что Удав, он также он Снигда. Снигда значит такой преданный, подлинный ученик, который ведет себя идеальным образом. Я уже говорил о слове Снигда, Снигда, что значит очень такой очень разумный, по-английски трезвый переводится, но как-то не совсем подходит, но в общем тот, кто может понять настроение духовного учителя, полностью следовать ему без отклонений. И вот когда ученик какого-то гурудева, он готов принять всю сиддханту, и когда сердце ученика и гурудева находится в полной гармонии, и
то же самое время этот ученик может осознать такой здравый, рассудительный, яркий. Как вот пример Ишвар Пурипада, он настоящий такой снегдашище Мадхавинда Пурипада, поскольку Ишвар Пурипад, он мог принять, воспринять все сокровище от своего Гурудева. Это зовется из-за всего, благодаря своему служению он обрел все от Гурудева. И Удав был таким же снигда шиши. Удав мог понять все, что хотел сказать ему Кришна. Он смог осознать чувство Бхаву Кришны. И Кришна хотел что-то сказать. Еще не сказал, только хотел сказать, тем временем Удав уже понял, что он хотел сказать. И как пример могу привести, хотя не Матхура Лила, но хороший пример, вы можете просто понять. Когда вот Дварака Лила, пример с Дварака Лила, Джарасанта с множеством проблем создал. Кришна позвал Удава, поскольку Удав, он буквально был его тем премьер-министром, главным министром, и Кришна позвал Удава и сказал: «О, Удав, смотри, какая ситуация, Джарасанта, Шишипал и все прочие хотят напасть на нас, что делать, и что ты советуешь, что нам нужно сделать, Юдхиштхир в такой ситуации находится, что ему делать». Удав сказал: «О, Прабху, я советую, ты должен отправиться в Индрапрастху. И там находиться какое-то время с Юдхиштхиром Махараджем. И там организуй ягью, это более практично, чтобы ради этого независимости и Юдхиштхира Махараджа, и все цари придут, ты можешь их победить, и в общем, так и так. И Кришна сказал: «Да, все правильно». Кришна сам планировал это все сделать, что нужно отправиться в Индрапрастху. Я должен находиться там какое-то время с Юдхиштхирой. И мы там наверняка найдем путь, как убить Джарасанду и прочих демонов, и все проблемы решатся. И вот Кришна, он планировал. И тем временем он спрашивал Удава, что ему делать. Удав сказал то же самое, что планировал Кришна. Удав может понять все. Удав, он настолько возвышенная душа, возвышенная преданная. Даже с Кришной, когда Кубжа, вы слышали имя, когда Кубжа, она молилась, чтобы обрести общение с Кришной, Кришна сказал: «Не сейчас, я к тебе приду позже, но не сейчас». И после того, как Камса убит был, все проблемы вроде кончились, но не совсем. Дано ягью провели, она произошла, Камса был убит Кришной, и тем временем Кришна однажды думал пролить милость на Кубжу. Вот есть три вида раси, три вида таких взаимоотношений, любви. Они на три степени делятся. Вот Радхарани, остальные — это самартха. Кришна не может прийти, то есть Кришна не может не прийти к ним. Кубжа, она тоже какую-то рати, какую-то любовь к Кришне проявляла.
И Кришна хотел благословить ее. Он Кришна, Верховный Господь. Нельзя думать другим образом. И вот Кришна, он взял Удава. И вот Кришна, он взял Удава с собой, подумав, как во Вриндавандхаме я могу судить во Вриндавандхаме, когда Кришна встретится с Радхарани и прочими саки, он никого с собой не берет, я могу обсудить это. Приянарма Сака. Все остальные на воле. Дух берет, и Баба может достичь пика. Не всех этих сак он с собой берет, например, Кришна и берет лилу. Лилу того, что пасет коров. И вот когда Кришна с Нандаграма, с коровами, телятами, пастушками, идет Нандагаван, и тем временем Кришна по дороге собирается встретиться с Радхарани. И тогда Кришна не берет никаких этих друзей с собой, он один встречается с ними, может, ну или там, может, один или два, как во время Вастахаран Лила Субал был, больше никого не было. То есть такие особо близкие друзья, которые могут и имеют право быть свидетелями сокровенной Лилы. Поэтому Кришна берет только таких, кто Приянарма Сака, очень близких. И сейчас Удав, он один из лучших друзей Кришны в Мадхуре. Кришна, он берет Удава с собой, чтобы встретиться с Кубжей. Пытайтесь понять, это не материальное вожделение. Кришна, он принимает решение взять Удаву, чтобы встретиться с Кришной, с Кубжей, поскольку Кришна уверен, Удав не сможет превратно понять меня. Кришна уверен, что Удав никогда не сможет понять меня превратно, он осознает мое сердце. Он знает, что у меня нет вожделения, но чтобы исполнить желание Кубжи, согласно моему обещанию, я встречаюсь с этой Кубжей. И когда Кришна встречается с Кубжи, Кубжа, она плачет от радости, обнимает Кришну, целует его. И Кришна позволяет хорошо садиться рядом с ней. Но Кришна никого с собой не взял, кроме Удавы, поскольку Удав – это самый такой достойный, он знает сердце Кришны. И вот Кришна принимает решение отправить Удаву во Вриндаван из Мадхуры. Единственный недостаток, ну как это, недостаток или нет, то, что Удав, он нет, у него есть он такой недостаток небольшой. И что же это за недостаток? То, что до сегодняшнего дня Удав думает, что его практика преданности наилучшая, но Удав не знает о чувствах тех Враджаваси, особенно Гопи, к Кришне. И вот Удав, он думает, что его практика преданности наилучшая, поэтому он думает, что если отправить Удава в Раджадхаму, он еще узнает о том, какое чувство Враджаваси они испытывают к Кришне. И он может понять полное значение Кришна-бхаджана, хотя он вроде и так все знает, но не до такой степени, как в Гопи.
И вот поэтому я отправлю Удава во Враджадаму, и автоматически Удав, он думает, что он гьяни, что он знающий, и Удав может. Он поймет, что его любовь к Кришне, она очень мала по отношению к чувствам гопи. Он поймет, что он буквально ребенок в детском саде по отношению к гопи. И вот и тогда и Кришна думает, если Удав он поймет чувства гопи, то тогда он станет лучшим, это поможет ему в его баджане. И Кришна сказал, что нет разницы между меня и мной и Удавы. И вот сейчас с этим настроением, поскольку я на хинди харикатху говорю о последнем учении Кришне Удаве. Перед тем, как оставить этот мир, и там я говорю об этой прекрасной Сиддханте. И вот Кришна, он хочет оставить Удаву в этом материальном мире как ачарью. И вот Кришна хочет оставить Удаву в этом материальном мире как ачарью. Ачарья значит все, что внутри моего сердца, вся сиддханта, которую ты знаешь, я уже дал тебе. Ты должен ее все сохранить, поскольку ачарья должен быть готов ответить на любые вопросы. Ачарья значит, он должен быть способен ответить на любые вопросы. Ачарья, он всегда мог быть готов ответить на любые вопросы. Если ачарья то не знает, другое, то это глупо. Ачарья, значит гуру. Ачарья, значит гуру, тот, кто должен быть способен, знаешь, и в то же самое время у него он должен иметь опыт такого практического служения. Шабде, есть такая сиддханта. Завтра буду говорить о ней. Шабда Брама и Парабрама есть. Шабда Брама значит трансцендентный звук, трансцендентная шастра. Шабда Брама значит шабда, Господь в форме звука, такое звуковое олицетворение Господа, и в то же самое время Кришна, его сварупа, сам Шри Кришна, его. Он должен, этот гуру должен иметь опыт служения, чувство служения Кришне. Кришна говорит, кто такой гуру. Гуру – это тот, кто круглосуточно занят служением Кришны без перерывов. Шабда Брама и Парабрама – это очень обширная тема, и гуру не может не знать ответа на что-то, поскольку здесь, в этой шлоке, полное объяснение гуру-татвы, кто такой гуру,
И вот на день явления Гуру Махараджи я буду объяснять эту шлоку. И там можно найти, что Гурудев Ачарья, он всегда готов развеять сомнения, невежество и все вопросы своих учеников. Если Гурудев не может избавить вас от всех сомнений внутри вашего сердца, то это не настоящий гуру. И вот суть в том, я вот говорит, что я Удаву сделаю. Удав, он может иметь, он получит опыт чувства, он поймет, что за чувства Враджаваси имеет к нему. И Кришна, он отправил Удава к Враджаваси. И вот Удав, у него множество прекрасных качеств. Понимаете, о чем я говорю? Удав, у него множество качеств. Их невозможно все пересчитать. И другое очень важное качество. Если Удав куда-либо отправляется, то это место становится, то место становится буквально праздником. Удав, куда бы он ни отправлялся, там какой-то праздник. Получается, всегда Удав настолько прекрасен, настолько прекрасно себя ведет, говорит, относится ко всем. Имя Удав, оно значит праздник, фестиваль. Удав — это имя, значение. Значит, большой праздник. И Удав, куда бы он ни приходил, это становится большим праздником. И Кришна думает, что Удав, он самый достойный кандидат. Он может понять мое сердце, если я пошлю Удаву в Раджу. Удава есть. Он сможет найти гармонию с ними, как мы говорим, что мы должны прийти в полную гармонию с Гурудевом. И Кришна говорит тоже, я знаю, что хотя Бава Враджаваси уникальна, но все же только и только Удав, у него есть такое качество, он может найти гармонию со всеми, только Удав может найти гармонию в любой ситуации со всеми. И в этом великолепное качество Удава. Любой самой сложной, запутанной ситуации я могу пример привести, как когда Лакшана была похищена Дурьотханой, его дочь была похищена, завтра буду говорить об этом, сегодня вряд ли мы успеем. И вот завтра я расскажу, как, когда, в какой ситуации и все. Везде Удав, он был самым подходящим, самым достойным кандидатом, чтобы решить все проблемы. И завтра я примеры приведу, и согласитесь со мной, что Удав самый достойный человек, который может гармонизировать любую самую сложнейшую ситуацию. Сейчас я произнесу первую шлоку. Удав Сандеш, Удав Сандеш. Здесь послание, тут не послание «я», а послание «я». Вот, во множественном числе используется. И вот здесь слово «сандешаха» во множественном числе используется. Это значит, что Кришна множество посланий послал не одно, а много, да, и разные. Для отца одно, для друзей второе, для гопи третье, для старших четвертое, для коров пятое и так далее. Как почтальон носит письма для нас, для кого-то еще, и также Удава, он множество посланий Кришны понес во Вриндаван, и завтра мы расскажем о великолепных качествах Кришны, замечательных качеств Удавы. И вот Шука говорит. Бришинам санмато мантри Кришнасьо дайтаха сака Шишо брихаспатихе
Shakshat Uddhava Buddhishattama. What speaking? Brishinam Sanmato Mantri. Brishinam, each word. Tomorrow I can explain each and every word. Then you can realize, oh, this word meaning so deep. Each and word. Sisukvacho Brishinam Shul. Sisukvacho. Shukdev Goswami speaking to Parikshit Maharaj. First session of Bhagavatam. First session. Brishinam Sanmato Mantri Krishnasya Daito Shakha Shisho Brihaspate Shakshat Uddhava Buddhishattamaha Bande Nanda Bhajaste Nam Padure Numa Viknasa Jasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Jasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Banchakalpa Durusti Kepasindhavacha Patitanang Pavana Bhavishnaya Pyo Namo.